Да, Desperados 3, говорят, очень хорошо вышло. Согласен. The militia has taken up HQ at an old Apricot farm. Ну, партизаны типа отечественная разработка, поддержка отечественных игр. Потому что все отечественные игры сейчас это дрочильни мобильные. Тут хоть что-то вышло. Hackers and spies joined by an unknown common cause. Ясно. Это печально. Ну и вот, допустим, мне нравится King's Bounty, нравилась, которая была в 2007 году, которую делал Невал вроде, или кто. И сейчас вот вышла третья часть, но, честно говоря, вид от первого, от третьего, ну, за спиной, типа, от третьего лица, это такое все, конечно, решение было. И сюжет, ну, хз. Они сделали более взрослое что-то, но мне тоже не зашло. Только на стриме посмотрел. Так очень странно вышло. Хотя сказочная, сказочный King's Bounty мне очень сильно нравился. Ну, блин, обидно. Ну, просто из таких игр больше-то ничего и нет, отечеству. Все мобильные дрочильни. Где там по миллиарду в год зарабатывают люди. Но... О, да, это нормальная идея. Ну, вот, точку нашли, откуда надо стрелять. Все, поставили рекорд. Эх, на секундочку быстрее. А теперь мобилити пора заняться трэш и угаром. Походу. Трэш и угар, походу, пора теперь делать. А, хотя не, сейчас надо посмотреть время.